Всем привет! Сегодня к вам с великолепным рецептом мягчайших плюшек. Очень удачный рецепт и действительно очень мягкие и воздушные. Для пары берем теплое молоко 250 мл, 100 грамм сахара, 7 грамм сухих дрожжей. Все перемешиваем и убираем в теплое место на 15 минут. Должна у нас появиться шапочка. Наша пара готова. Добавляем одно яйцо, щепотку соли, немного все перемешаем и всыпаем 450-500 грамм муки. Муку добавляем частями, также отправляем 50 грамм мягкого сливочного масла и замешиваем очень мягкое тесто. При необходимости муку добавляем. Тесто не должно прилипать к рукам. Хорошо вымешиваем тесто. Тесто получается очень мягкое и приятно с ним работать. Убираем тесто на 1,5 часа в теплое место. Тесто очень хорошо поднялось. Главное, следите за качеством дрожжей. Они должны быть свежие. Делим тесто на небольшие кусочки. Каждую часть раскатываем. Смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем сахаром. Сворачиваем рулетик, закрепляем края и делаем надрез, как на видео. Вот такая плюшка у нас получается. Так поступаем со всем тестом. Когда посыпаете сахаром, не жалейте, много его точно не будет. Выкладываем на противень наши плюшки. Накрываем и оставляем на 20 минут для расстойки. В это время включаем жарочный шкаф или духовку. Через 20 минут смазываем плюшки яйцом. Выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. В мини-печи я выпекала чуть-чуть подольше. Все готово. Посмотрите, какая красота! Получились мягкие и воздушные плюшки.